В общем, сейчас мы сажаем ребят, кто зарегистрирован. Я написал каждому личку ВКонтакте. А уже человек 7 сидит, сейчас еще осталось всего лишь 33 человека. Кстати, вот этот парень приехал из другого города. Это же самое, что приехать... Я не приезжал из другого города. Ребята, вот этот приехал из другого города. Он приехал из Караганды, сколько километров отсюда? Я 5 часов. 5 утра я выехал сегодня. Ты сегодня 5 часов утра выехал, чтобы играть турнир? Я еще сидел там, там еще... А сколько у тебя ELO? У меня нормально. 1900. Это не нормально. Почему? Нормально это 2500. Ну, 1900. Ну, это не нормально. Так, ладно, все, пойдем. Садись. Здесь ты будешь убивать всех, понял? Да, я понял. Давай, я оставлю на тебя. Я сейчас это записываю, пока люди приходят. Я их сажаю на места, они тренируются. Сейчас мы проводим классную тему. Обычная прокачка снимается обычно, рандомно. Вы даже не знаете, как я отбираю участников. Поэтому сейчас я придумал тему. Мы закрыли клуб полностью и взяли весь первый этаж. Сейчас все игроки, которые пришли, заходят на десматч. И после этого выбираем двух победителей. То есть те, кто сделает больше всего киллов на двух десматчах, они играют аимку 1 на 1. И уже в этой аимке решится, кто заберет новый ПК. Именно завтра. Завтра мы снимаем прокачку ПК с этим человеком. Я думаю, что это круто, ребят. Это Казахстан, это Нур-Султан, это клуб закрытый, это турнир, это прокачка ПК. Мне кажется, тут нужно обязательно поставить лайк. Спасибо большое всем. Всем приятного просмотра. А я сейчас немножечко, не то что волнуюсь, это просто большая суета. Нужно постараться, сделать все организованно. Полетели. Короче, все, чуваки, давайте. У вас, ну, я писал пост, чтобы кому я не написал в личку, не приходить. Вы как-то проигнорили. Ладно, сейчас надо как-то решать нормально. Блин, тут много людей. Мы придумали тупейшую схему, но это сработает. Сейчас я просто закрываю глаза, показываю пальцем. И тот, на кого я показал, тот и участвует в этом турнире. Так, в общем, я не помню, где кто был. Нет, стой, Эрик. Ну-ка, закрой глаза. Да. Закрыл? Да. Все. Раз. Два. Так, все. Давай, пальцем показал. И... Так, все, готовы? Да. Все, первый человек вот здесь. Я? Да, ты. Да. Иди сюда. Так, следующий человек, вот этот. Да, ты. Так, есть. Только давай нет. Вот, ты. Так, окей, все. Сейчас на кого я показываю последний участник. Давай. Вот этот. О! Все, давай. Короче, чуваки, сейчас без шуток, в клуб маленький, вы сами видели. Давайте скажем, быстренько сфоткаемся и... Кто хочет сфоткаться, фоткаем, и мы... Да, ну в клуб лучше не заходить, потому что там жалуются уже. Так, короче, все, мы сейчас начинаем, я подключаю всех к серверу, и мы заходим. Кстати, почему это вообще я делаю? К чему эта вся рубрика, к чему этот ролик? Я показываю то, что, ребята, кто из Казахстана, мои подписчики, вы можете играть на Сабершоке даже из Казахстана, Нур-Султана, Шымкента, Алматы. То есть нет разницы, везде будет у вас хороший пинг, который позволит вам убивать. Тем более, лучше разминаться на десматчах, где у тебя пинг такой же, как и на фесте и так далее. Поэтому пинг у вас будет у всех 50, и на фесте у вас плюс-минус также будет, там, 90. Так лучше, чем на 5 тренироваться, а на 90 играть. Так, все, мы уже 40 минут как настраиваемся, но это хорошо, потому что сейчас уже почти все сделано. Мы уже все на сервере, 18 человек уже играют, все готовы. Через минут 5 мы начинаем и посмотрим, что у нас будет происходить. Я просто буду гулять по клубу и буду смотреть, что получается. Ребята уже тренируются, и пока что на первом месте игрок по имени Фупи. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Игра началась. Так, все. Пошел процесс, люди играют до 43 минуты, 15 минут. Сейчас посмотрим, кто будет первое место. По тренировке было первое место Флаппи. Флоппи, я не знаю. Ребят, я вам скажу сразу. Пока это все мы настраивали, прошло 50 минут. Забей. Так сложно это все делать. Но, надеюсь, у нас будет 2 ДМ, и второй будет полегче. Так, здесь у нас Жанешка. Если что, этот человек играет в команде Stopping Gods, это семи-про, он попал на этот турнир. Если он его проиграет, этот тест-матч, ребят, вы сами знаете, что... Так, это рэпчик. Кто смотрит Акула, вы знаете, то, что рэпчик у него часто в роликах. И тут еще есть пика. Вот пика, смотрите. Кто помнит пика из роликов Акула? Я помню, смотрел его раньше. То есть он когда снимал. Вот. И это был герой его роликов. Смотрите, он убивает. И, как я знаю, Акул мне сам сказал, что у него слава ПК, и было бы классно, если он бы выиграл. Поэтому именно в этом матче я реально болею за пика, либо за того, кто приехал из Караганды. Я не знаю, он в этом ДМ участвует или нет. Так, давайте просто посмотрим, как играют ребята. Ребят, посмотрите, насколько быстро идет эта скорость киллов в киллтайме. Обычно это не так быстро, смотрите. Просто каждую секунду, каждую миллисекунду какой-то килл происходит. Это круто. Есть одна проблема. Мы не смогли додуматься. Я только сейчас понял, что было бы классно, если это было бы лайфтайме. То есть у вас бы на экране было бы показано, сколько кто как поднимается. То есть туда-сюда, туда-сюда. Это было бы круто. Поэтому, надеюсь, на втором тест-матче мы это сможем реализовать. Нам нужен отдельный человек, который это будет делать, окей.
осталось ровно 10 минут, и пока что мы не знаем, кто у нас победитель. Я даже не открывал топ. Но вот этот игрок, посмотрите за ним, он был на тренировке топ-1. Четыре, три, два, один. Все, не убивайте, стойте на месте, все стойте на месте. Внимание, сейчас мы решим, кто у нас первый возможный кандидат на прокачку ПК. Внимание, никнейм этого человека Миками. Дружище, 171 килл, поздравляю тебя. Хотя еще не знаю, с чем бы тебя поздравляю, потому что должен выиграть АИМку 1-1. Сколько у тебя его? 2800-900, коллега. Он хороший игрок. Чувак, это круто. Все, давай, тренируйся и через час играешь АИМку. Ребята, это было жестко. Так, короче, чуваки, смотрите, сейчас начинается вторая игра. А кто занял топ-5, получает 1 час бесплатной игры в этом клубе. Кто топ-5? Это Мика, это Жанешка, это Рэпчик, Пика и Карточек. В общем, взноса нет, деньги можете не давать. Это было все бесплатно. Все, поздравляю тех, кто поиграл. Вам понравилось? Да. Спасибо, Рано, честно скажите, лаги были? Да, не было. Это вырезали. Еще раз давайте, лаги были? Да. Да, блин. Так, осталась минута. Минута, и вы начинаете стреляться. Играйте с любого оружия. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Все, друзья, игра началась. Осталось 14 минут. Посмотрим, кто у нас будет противником игроку Эмби. Мои предложения. Вот этот парень, потому что на тренировке он был топ-1. Хотя, если рассматривать по такой тактике, то должен был выиграть Рэпчик, потому что на тренировке он был жесткий. Ты его фанат? Я его одноклассник. Одноклассник. Какой его класс? 10-й. 10-й? Он проиграет. Он проиграет, да? Он вообще не умеет играть, чувак. Не умеет. Зачем он пришел? Куда он лезет? Ребят, отличная поддержка за парень. Ребят, кстати, я вам говорил, что во втором десматче таб будет, поэтому ставьте лайки. У вас сейчас где-то на экране показывается лайв-статистика каждого игрока. Вы знаете, кто первое место, а я нет. Вот такие вот дела. Осталось 1,5 минуты, и сейчас будет уже конец. Я не знаю, опять же, кто выигрывает. Вы это знаете, и я вот нет. Окей. Так, осталась минута. Ребята сконцентрированы максимально. Я прям за них волнуюсь. Ладно, на самом деле я не волнуюсь. Мне важнее, как они будут АИМку играть, победители. Ты что делаешь, чувак? Ничего. Я не понял, ты что такой высокий? Это ты низкий. Это я низкий? Да. Пойдем отойдем. Ребят, осталось 30 секунд. 20 секунд. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Больше не убивайте. Не убивайте. Все. Ребят, я вижу победителя. Победитель у нас Нюкс. 1 килл разница. 1 килл. Нюкс, стой. Ты понимаешь, что 1 килл разница? Инест, кто здесь? Инес. Рома, ты серьезно? 1 килл. Да ладно. Чувак. Это такой тилит. Так, Никс, все, я тебя поздравляю. У тебя осталась АИМка. Если выиграешь АИМку, ты побеждаешь конкурс. Завтра тебя прокачиваем, если выиграешь. Ух, ребята. Сейчас мы меняем столы и начинаем играть АИМку. Давай. У нас, короче, такая ситуация, то, что победа на первом десматче была от игрока команды. Boost Esports Academy. Это у вас что за название? Как? Boost Esports Academy. Boost Esports Academy. И второй победитель, второй десматч, он из этой же команды. Какие были левелы? 10-й? А Элла? 3000 Элла. Ты сделал 165 киллов, да? 64. А ты сколько? 171. А, то есть, ну, если судить по киллам, он должен выиграть его. Ладно, давайте сразу, кто из вас лучше играет АИМку? Ну, на вапе я рифлер. А, ну, значит, ты выиграешь. Окей, сейчас ты садишься здесь, Эмби садишься здесь, и мы начинаем АИМку. Так, друзья, начинается самое интересное, зачем мы тут собрались, это АИМка среди победителей. Так, короче, все, начинаем, сейчас начинается АИМка. Ребят, давайте пару вопросов. Ты с ним когда последний раз играл АИМку? Может, недели полторы надо. И кто выиграл? Не помню. Мы до 100 играли. До 100? Да. Ну, ты выиграл, значит, да? Возможно. Ладно, сейчас какие у тебя шансы? 50-50. Окей, ладно. У тебя ФПС дома 200, да? 150-200. 150-200, хорошо. Он сказал, что он выиграет на изите. Ну, посмотрим. Он сказал, что вообще он не понимает, как ты сюда попал. А этот, какой у тебя ФПС? Какой у тебя ФПС дома? У меня ФПС дома, ну, 200. А у тебя Элла 3000, да? Ну, чтобы апать больше Элла, нужно комфортнее играть, поэтому нужен новый комп. Я думаю, что кто-то из них станет лучше после этой АИМки, которая решит очень много чего. И да, это будет БО-1. Никакие бутри, никакие. БО-1 до 16 раундов. Без АВП. На счет 3 начинается игра. Обсервер. Перезапускаю сервер. И мы начинаем. Так, все, игра пошла. Так. Честно, мой фаворит это... Не, ладно, здесь у меня нет фаворитов. Террорист win.
Ребят, кстати, можете звуки издавать какие-то, болей за них. Как будто вам интересно это. У этого парня были проблемы. 9-6 первая половина. Пока что плотная катка, то есть он сделал классный камбэк. Вот это гейминг, вот это да, вот это да. 7-10. 7-11, ваншот от Нюкса. Десять, 12 счет, и все потнее и потнее катка. 10-13, два раунда осталось до матчпоинта. Это самая сложная позиция для танца. 11-13. 11-14 выигрывает чел, который в команде играет за снайпера. То есть это странно. Кстати, тут можно барать АВП, но он этим не занимается. 12-15, один раунд остался. Если он сейчас выигрывает, он забирает ПК. Это 120 тысяч. Этот человек выиграл только что компьютер за 2000 долларов. Это 700 тысяч тенге. Чувак, блин, ребят, ну это очень круто. Ты ожидал, что это вообще такое произойдет? Да, но я думал, что, возможно, я смогу выиграть этот турнир. То есть я знал, что есть конкуренты, но получится у меня. Тебя твой друг позвал, да? Я Питер. Да. Жестко. Ну слушай, ты хорошо себя проявил, но ты на втором десматче играл? Чувак, тебе очень сильно повезло. Один килл была разница. Ладно, все. Тогда я объявляю, что завтра едем к тебе домой. Ты где живешь? Далеко? Да, далеко. В деревне? Ладно, все, мы завтра к тебе заезжаем. Раз там всех предупреди, то, что мы завтра часов в 4 у тебя будем сидеть, прокачивать твой ПК. Ну и старый ПК ты отдаешь. Какой у тебя ПК старый? У меня i3-8100. i3? И 144. 144 мони. Видеокарта? 1050 Ti вроде. Нормально. Забирать есть что. Так, ладно, все. Ребят, если хотите вы увидеть ролик прокачки ПК с этим героем, то ставьте лайки. Если этот выпуск наберет огромнейшее количество лайков, то он выйдет намного быстрее. Если вы ждете, то ставьте лайки. Ваши лайки продвигают этот ролик. Это было круто. Ребят, можно аплодисменты, если вам понравилось? Все, это был ролик, где мы отобрали героя на прокачку. Всем пока. И не забудь подписаться на этот канал, если ты тут впервые. Пока. Ребят, ребят, сейчас с нами управляющий этого клуба, и он решил сделать такой подарок проигравшему. Он получает 20 тысяч тенге на карточку этого клуба. 20 тысяч тенге – это, получается, 3 тысячи рублей? Да. Нет, короче, больше. 3200. Ну, это месяц игры где-то. Ладно, все, чувак, поздравляю еще раз, спасибо. Ладно, в Казахстане классные были ребята. Я не знаю, буду снимать клубы здесь еще или нет, но у нас 15-го уже вылет в Питер.